Гаунтлет матч. Итак, правила. Начинают два бойца. Как только один из участников будет удержан, он покидает матч, и на его место приходит другой рестлер. И так до тех пор, пока не останется один боец. Он и станет победителем. Итак, начинает матч. Макс Фишер! Большой привет всем фанатам российского рестлинга! Вы смотрите NSW, и это второй выпуск, посвященный специальному шоу «Нон-стоп». И это шоу с вами, как обычно, посмотрю я, Фадеев Руслан, и наш новый комментатор Никита Дугин. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые зрители! Рад приветствовать вас всех на этом замечательном шоу. Будет жарко, будет круто, наслаждаемся. Да, сегодняшний матч у нас это Гаунтлет поединок, в котором выступят сразу 5 участников, и первый из них Макс Фишер, наш Казанова, уже на ринге, уже пристает к ринг-анонсерше Герде. Второй участник матча Эдуард Репин. Ну а второй участник матча, который сейчас появится на ваших экранах, это Эдуард Репин, наш бывший журналист. Его амурные дела, в отличие от Макса Фишера, особо не волнуют, хотя я, честно говоря, затрудняюсь понять, что в принципе его волнует, потому что он постоянно мечется из стороны в сторону, то он пытается рассказывать нам о каких-то летучих мышах, то он пытается создать команду с Энвилом, и у него это не очень-то выходит. Но сегодня его основная цель — это Гаунтлет матч и победа в нем. Да, но, судя по всему, Макса Фишера присутствие Эдуарда не особо волновало, потому что он также продолжал заигрывать с Гердой. Я думаю, что это будет продолжаться на протяжении всего матча, как это было и в прошлый раз. Макс Фишер определенно настроен серьезно в отношении нашей ринг-анонсерши. Что ж, как бы его самоуверенность не вышла ему боком. Да, это вполне возможно. Но вообще, я не завидую обоим участникам, которые сейчас находятся на ринге, потому что это Гаунтлет, у нас еще впереди 3 участника, то есть каждому из них для победы придется победить сразу 4 человек подряд, а это все-таки вещь такая сложная. Да, и я бы сказал, что Эдуарду вдвойне сложнее, потому что, ну, как мы видим, разница в комплекции тут очевидна, и ему придется несладко уже со старта. Да, ну Эдуард Репин, в принципе, один из таких самых малогабаритных рестлеров в нашем промоушене, но это далеко не всегда мешает ему, и порой он находит какие-то такие ловкие приемчики, чтобы все-таки одержать победу. Посмотрим, как у него получится совладать с Максом Фишером. Я думаю, здесь как раз нужно целиться вот на то, что Фишер будет отвлекаться на Герду и пытаться как-то вот на этом сыграть, поймать его на ошибках. Да, ну, как говорится, мал да удал. К тому же матч у нас начинается с захватов, а здесь сила не всегда играет решающую роль. Главное найти нужную точку давления и можно переломить исход в свою пользу. Ну, собственно, все, как ты и говорил, Руслан, действительно. Макс Фишер тут же отвлекается на то, чтобы пообщаться с Гердой. Да, красуется перед девушкой. Ох уж этот Макс. Ну, стоит признать, что действительно начинает матч он весьма уверенно. Берет своего соперника в различные захваты. Но наш старший рефери Анатолий Пешехонов, который судит текущий матч, вовремя дает отмашку о том, чтобы Макс Фишер прервал этот захват. Да, и пытается закончить различными болевыми удушающими приемами, но Эдуард не так прост, пытается сопротивляться, не сдается. Да, все-таки уже примерно около года Эдуард Репин постоянно выступает у нас именно как активный рестлер. Примерно вот год назад как раз он покинул, так сказать, должность нашего журналиста и перешел к более активным действиям. И вот к более активным действиям он начинает переходить и в этом матче. Что-то пытается сделать с Фишером, но тот слишком силен. И все-таки дропкик приходится точно в цель.
что ж, я думаю, Фишеру все же не стоит отвлекаться и недооценивать своего соперника. Репин разбегается. Что же он придумает? Ах, попадается на хип-тос. Для тебя, малышка. Ох, Герда смущена. Да, Макс Фишер решил посвятить этот прием рингоносерше NSW. Классический скуп-слэм в исполнении Фишера. Детка, смотри, как я побеждаю. Оу, это было, мне кажется, уже перебор. Ну, как-то, мне кажется, пока Герду не особо убеждают, не особо соблазняют вот эти вот приемы, которые проводит Фишер, тем более, что Репин вырывается из очередного слэма и начинает атаковать его со спины. Так, выходит на болевой захват, закручивает ему ноги. Активная борьба у нас сейчас происходит, и Фишер все-таки дотягивается до каната. Захват придется отпустить. Да, Анатолий бдит над тем, чтобы правила на ринге соблюдались. О, отличный дропкик в угол от Эдуарда Репина. И попытка еще один дропкик, ого! Да, что-то прыть у Макса Фишера поубавилось после такого. А, нет. Оу. Отличный суплекс. Прямо на спину приземляет своего соперника и продолжает красоваться. Ну, что ж, Эдуард может отдохнуть за это время. Да, как-то уж Фишер чересчур. Ну, собственно, да, Эдуард напоминает о своем присутствии, говорит, что они не закончили. Чересчур недооценивает своего соперника, и Репин пытается этим пользоваться. Суперки! Разбег и... Лэгдроп. Сентенс сплэш добавляет Репин. Раз, два, нет. Нет, все-таки не хватает, наверное, массы как раз-таки Репину, чтобы этот прием просто впечатывал соперника в пол. Но Репин готовит свой фирменный мунсолт. 27. Оу! Он его исполняет, но Фишер вовремя укатывается. И это STO. Поздравляем Макса Фишера. Ну, я думаю, что поздравлять пока преждевременно. Все-таки ему предстоит еще, если он хочет победить, пройти остальных своих соперников. Да, но может быть этой победой он покорит сердце Герды. Да, я думаю, что, возможно, ему этого и будет и достаточно. Ну а мы уже слышим, что на ринг выдвигается третий участник гаунтлет-матча, Марс Старкад. Мы знаем, что его недавний командный партнер Фенрир завершил карьеру в NSW буквально недавно, и теперь Марсу, мне кажется, стоит задуматься всерьез о том, чтобы развивать свою сольную карьеру. И это отличная возможность, этот Gauntlet матч, заявить о себе. Что ж, я думаю, что с вот этим соперником Максу Фишеру будет уже не так просто совладать. Все-таки Марс опытный боец. К тому же любитель более контактного боя, нежели Эдуард Репин. Да, Марс очень непростой соперник, с которым каждому бывает сложно биться, и он сразу же начинает раздавать довольно сильные броски и такие вот удары. Sidewalk Slam в исполнении Марса. Макс Фишер, мне кажется, сходу немножечко поплыл после такой встречи. И при этом Марс не собирается останавливаться. Чоп. Второй не проходит. И Макс Фишер перехватывает инициативу. И вот на самом деле чувствуется сразу, что Макс Фишер относится к Старкаду как-то более серьезно. Так, русская подсечка. Пока что у него нет просто времени даже, чтобы как-то там покрасоваться перед Гердой, как он это любит.
Да, и видно, что начинает нервничать, потому что начинает перекликаться он с Анатолием, просит читать быстрее, но Толика не возьмешь. Видал он таких товарищей не раз и не два. Это точно. Итак, с новой Фишера ничего не получается. У Марса тут выходит со второй попытки это DDT от канатов. Очень зрелищно получилось. Я думаю, весьма эффективно. О, какой хлесткий чоп по спине, ничего себе. И серия атак от Марса. Как упорствует все-таки Макс Фишер. Не хочет сдаваться, не хочет выходить из этого матча. Что же предпримет Марс в итоге? Так, разбег. Фишер. О, какой гарпун внезапный. Влетает просто сейчас в Марса. Но Марс вырывается сразу после первого счета. Дает понять, что несмотря на урон, он все еще в строю. Пока что мне очень нравится наблюдать за этой парочкой. Я бы даже посмотрел на их такой полноценный матч, не в рамках Гаунтлета. Да, хорошая динамика, хорошее взаимодействие. Есть между ними какая-то, как это принято говорить, химия. Ох, какой бросок. Это уже могло быть победным приемом, но пока что Фишер держится, стоит отдать ему должное. Тем более, что он в этом матче все-таки вышел раньше, он уже победил Эдуарда Репина, ему приходится сложнее. Спайнбастер! Да, и причем с Эдуардом Репиным тоже не в одну калитку ведь было. Несмотря на все желания Макса Фишера. Да, ну я напомню, что в принципе этот гаунтлет у нас происходит не просто так. Его победитель отправится в мейн-эвент шоу «Нон-стоп», где сразится с победителем скрэмбл-матча. А это у нас Егор Соколов. И между ними уже решится, кто выйдет на королевской битве предпоследним. Так. Так, Марс выходит на болевой, а это его фирменный техасский лист клевера. И похоже, что у Фишера нет шансов, он сдается. Ну что ж, Макс Фишер неплохо держался, но стоит отметить, что возможно, если бы он... Посмотри, заметь, он даже отдал честь, так сказать, своему сопернику за это. Да, провел Женя. И тут неожиданно влетает свайп просто сходу. И начинает избивать Марса Старка. Да, господи, что он творит? Ну, свайп известный оппортунист, пользуется любой возможностью. Он отмечает, что это нон-стоп, так что никаких промедлений, никаких остановок. Он следующий участник, и он готов сразу же вступать в бой. Ах, чопы. Да, я отмечу, что свайп вышел у нас не в гордом одиночестве. Его сопровождает очаровательная элита. Да, действующая чемпионка НФР среди женщин. И это может очень даже сильно сказаться на сегодняшнем матче. Я думаю, свайпу она окажет неоценимую услугу. Да, действительно. Но я думаю, что с любви Макса Фишера с ним бы это было еще более эффективным оружием. Ультимативным, я бы сказал. Да, у Фишера бы просто глаза разбегались. Ну, свайп сегодня, мне кажется, в отличном расположении духа. Очень уверен в себе. Просто развлекается сейчас на ринге. Да, успевает поболтать и с соперником, и с судьей, и со зрителями. Какой бросок! От Марса, ничего себе. Так, Элита что-то там подсказывает Анатолию, но Анатолий не преклонен. Анатолию не нужно подсказывать, он у нас главный рефери. С богатым опытом.
Так, обоюдная борьба пошла, и Марс как выкручивает сейчас вот это удержание. Свайп отвечает похожим образом. Очень техничные бойцы сейчас на ринге NSW. Выясняют, кто же из них лучше. Очередная классная комбинация от Свайпа. Он выходит на брейкдаун. Но нет. Но Марс выкручивается. Сворачивание нет. Попытка выхода на техасский клевер. И снова нет. Если Марс все-таки сможет зафиксировать этот болевой, то он может победить уже второго соперника. Мы только что видели, как он заставил сдаться Макса Фишера с помощью этого захвата. Но Свайп все-таки ускользает из этого болевого. Как же публика поддерживает Марса все-таки. Да, мне кажется, сегодняшним выступлением Марс на самом деле приобрел себе новых фанатов, потому что очень достойно сегодня себя показывает. Ух ты ж, ничего себе! С ноги просто влетает сейчас в Свайпа. Это отличная возможность. Но только два счета. Да, причем видна разница между подходом к оппонентами. То есть, если до этого с Фишером у него был более силовой рестлинг, то здесь высокая динамика, высокие скорости. Да, есть такое. Но со Свайпом нужно действительно действовать очень быстро. Он просто с невероятной скоростью сейчас выкрутил этот дроп-кик. Из не самой удобной позиции. И свайп-кик не проходит. Так. Еще одна попытка зафиксировать. Техасский лист клевера. И свайп переводит это все в сворачивание, которое оказывается успешным. Элита довольна вместе со свайпом. Он проходит дальше. Ну и, собственно, нас ожидает финал Гаунтлета. Два последних участника, Свайп и Энвил, молодое дарование NSW. Да, довольно интересно у нас сегодня комбинации получается. То есть, если стартовали этот матч два относительно молодых и свежих рестлера, то потом пошло чередование между опытными и молодыми. Правда, ты не капает. Знаешь, горя его. Я буду сейчас тебя отчитывать. Один. Я тебя быстро убью. Иди сюда. Один. Да. Два. Два. Передразнивает Анатолия. Свайп. Пытается его запутать, но это не так-то просто. Свайп требует, чтобы рефери проверил Энвила на отсутствие каких-либо запрещенных предметов. Плевать я хотел. Если ты сейчас покинешь матч, ты проиграешь. Прям ультиматум сейчас выставляет рефери. Три! Что ж, все-таки вывели из себя Анатолия. Ошибается он в терминологии, называет гаунтлет матч гандикапом. Чем не применует возможность воспользоваться свайп и поправляет рефери. Так, ну что, свайп все-таки соглашается биться против Энвила. Да. Может быть, это был такой хитрый ход, чтобы его как-то психологически надломить перед непосредственно действием. А может, он просто хотел взять небольшую передышку. Да, может быть и то, и другое вместе. И свайп начинает с такого достаточно активного трэш-тока в адрес своего оппонента. Называя его не самыми лицеприятными словами. Да, ну свайп у нас очень опытный рестлер. По-моему, уже около 4 лет он выступает на ринге NSW, так что с ним шутки плохи. Вот, кстати, довольно интересный момент. Свайп говорит, что будь это ультиматум, Энвил бы уже выбыл из этого матча. Собственно, свайп и делает вид, что это ультиматум матч. Ну да, да, формально. Да, королевская битва у нас уже
пройдет совсем скоро. И, собственно, именно к этому матчу и приурочено сегодняшнее шоу «Нон-стоп», в котором мы в итоге определим, кто выйдет на королевскую битву под первым номером, естественно, самым неудачным, а кто под предпоследним, который, если не гарантирует победу этому человеку, то, как минимум, сильно повышает его шансы. Да, тем временем Свайп уже второй раз элиминирует, так скажем, Энвила из матча. Предлагает еще и рефери поучаствовать в ультиматуме. Да, Свайп сегодня прям в ударе, в ударе. Я бы все-таки на его месте с Анатолием не шутил. Да, в принципе, если он перейдет черту, Анатолий вполне может его и дисквалифицировать за это. Так что все его старания пойдут коту под хвост. Фиксирует фул Нельсон. О, ну, с хорошей такой растяжечкой Свайп вырывается из этого захвата. Пытается перехватить инициативу. Так, так, так. Свайп теперь сам едва не вылетел за ринг через канаты. Ну нет, он не так-то прост. И ой-ой-ой, лицом прямо в опрон, божечки. А вот это было очень так дерзко со стороны Энвила. В принципе, он этим и зарекомендовал себя. Ой! За все время выступления в NSW дерзости ему не занимать. Ну. Свайп сам-то тоже дерзкий такой товарищ. Так что тут у нас на ринге буквально два сапога пара. Да, в этом плане очень интересно посмотреть, кто из этой парочки выйдет победителем. А ведь в финале нон-стопа у нас еще один дерзкий парень, Егор Соколов, который тоже ни перед чем не остановится, чтобы одержать победу. Ой-ой-ой, наступает на руку Энвил Свайпу. Грязный приемщик. Неприятно должно быть. Ну, это война, а на войне все средства хороши. К тому же, ну, Свайп и сам обрез будет, будем честны. Грязными приемчиками. Это так, ну, тем временем у нас повышается скорость, и все-таки Энвил в этой дуэли пока что превосходит своего оппонента. Так, чоп. Так, 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 интересно, Энвил выходил на DDT, но что это в итоге, сворачивание? Раз, два, нет. Так, и снова Свайп выходит на сворачивание. Неудачно. Ну, кстати, именно сворачиванием он одолел Марса Старкада, как мы только что видели. Так что ход действенный. Им можно пользоваться. Другое дело, что Марс был уже немножечко, да, после первого матча немножечко не на 100% готов, а вот Энвил в данном случае все-таки свежее Свайпа. Да, возможно, это будет та самая молния, которая дважды в одно место не бьет, и второй раз за матч ему не удастся перевести все в сворачивание. Придется биться до конца. Тоже верно. Ну что ж, пока ребята не уступают друг другу практически ни в чем. Свайп видно, что немножечко подустал уже. О! Но это не мешает ему провести вот такой прекрасный удар локтем с разворотом. Опять же, виден опыт, виден опыт. Молодые бросаются и отдают всех себя, всю энергию в горячие действия. Свайп же думает головой, экономит силы, бьет точечно. Да, в таком матче, как Гаунтлет, когда у нас несколько соперников, которые выходят поочередно, очень важно правильно рассчитать силы, продумать стратегию. Но иногда и вот такой молодой, знаешь, задор, какая-то дерзость, эмоциональность может принести свои плоды. И если Энвил одержит победу в этом матче, это будет огромным достижением для рестлера. Да, все-таки и Свайп не мальчик.
скажем так. То есть это рестлер титулованный, с регалиями. Так, Энвилл берет разбег, но попадается на спинолом. Свайп прямо об колено бьет его. И продолжает доминацию. Да, но судя по всему, все-таки испортил настрой свайпу Энвилл, потому что прям уже он выглядит злым. Оу! Не получается у него фирменный лэг-дроп. Энвилл тоже чувствуется, что сильно разозлился. И сшибает он сейчас свайпа на своем пути. Так, разбег. О, а вот DDT. Тот самый DDT, который у него когда-то не получился, но сейчас просто изумительно его исполнил. Воткнул свайпа головой об канвас ринга. Терпение, труд, все перетрут. В прошлый раз не получилось, получилось сейчас. Но матч пока что продолжается. Что же еще придумает Энвилл, чтобы одолеть такого опытного соперника, как Свайп? Да, если честно, то теперь уже и Свайп поплыл, кажется. И я, если честно, не вижу выхода для ветерана НСДАБа. О, какая интересная пародия от Энвилла. Да, это был мощнейший свайп-кик, который я видел в своей жизни. Получилось забавно. И лэг-дроп добавляет Энвилл. Уже совсем даже не пародийный, а вполне себе серьезный. Так, что же он задумал? Ой. Так, свайп проводит. Все-таки свайп-кик показывает, как это правильно делается. И похоже, что он готовится провести свой финишный брейкдаун. Но нет. Не проходит. Так, Энвилл на канатах. Ой-ой-ой, как неудачно приземляется он сейчас. Да, замешкался буквально на секунду, и свайп тут же этим воспользовался, сбил его с каната. Брейкдаун! Да, и провел ему свой финишер. Ну, похоже, что это конец. Все, ребята, три счета, и свайп победитель сегодняшнего матча. Да, Элита тут же уходит на ринг его поздравить. Оба довольны. Ну что ж, интересный финал нон-стопа у нас намечается. Егор Соколов против Свайпа. Я уже жду с нетерпением. Встречайте, командные чемпионы NSW. Лаборатория судного дня! Ну что ж, уважаемые фанаты NSW, шоу Non-Stop продолжается. И прямо сейчас у нас состоится подписание контракта на матч за командные титулы NSW. На арене появляются действующие командные чемпионы, группировка «Лаборатория судного дня» в полном составе. Да, профессор Эйзенхард, Нет. Андрей Щербаков и обворожительная Эдди. Ну что ж, матч за командные титулы у нас должен пройти на шоу «Ультиматум». На данный момент неизвестно, когда точно он состоится, но он точно, абсолютно точно будет. За эти титулы будут биться ОБК, представители этой группировки. Я с нетерпением жду как сам матч, так и, в общем-то, это подписание контракта. Оно может закончиться чем угодно. Да, но на ринге уже стоит стол. Станет ли этот стол чеховским ружьем, который в итоге выстрелит? Что ж, давайте посмотрим. Ну, фанаты, конечно же, горячо приветствуют командных чемпионов, королей командного дивизиона, многократных обладателей
командному титулу ЛСД. Да, лаборатория судного дня действительно приросла к этим титулам, уже полностью с ними ассоциируется. В каком составе бы они их не брали? Организация ОБК. Ну а теперь на арене появляются первые претенденты на командные титулы. Организация без крутой аббревиатуры. Егор Соколов, Сергей Сафиулин и Валерия Поши. Совсем недавно у них была возможность уже стать командными чемпионами. Был ожесточенный поединок на этой же арене. Но тот матч закончился спорным образом, и у Егора Соколова все-таки получилось убедить нашего генерального менеджера дать им еще один матч. Собственно, нашел ультиматум. Сергей Сафиулин в сопровождении своего любимого напитка. Это, конечно, без этого никуда. И, кстати, у него что-то еще в рюкзаке есть. Да. И он просит подождать до момента, пока он это достанет. Но нет, Егор Соколов все-таки прерывает его. Ага, что это? А, это у нас кружка для пива. Поздравьте меня, я вышел в финал шоу «Нон-стоп». Ну все счастливы. Не чувствую искренности в твоих словах, Нэд. Ну я вас поздравляю, у вас была на прошлом шоу даже хорошая защита. Первая хорошая защита за весь ваш долгий-предолгий тайтл рейн. Но, к сожалению, все самое долгое, скучное, нудное, как протягивание этой буквы «У», только что было. Тайтл рейн имеет свойство завершаться. Что и будет на шоу «Ультиматум». Именно благодаря этому контракту, именно матчу 3 на 3, не будет подмен, не будет наших двух матчей подряд, ничего этого не будет, Нед. Я не умоляю ваших заслуг как командных чемпионов, вы были командными королями, я это признаю. Но любое королевство когда-нибудь разваливается, и на место любого королевства приходит организация. Все верно, абсолютно. Тихо. Успокойся. Все хорошо. Я тебе докажу, что ваше королевство разваливается. Потому что у тебя нога, ну, мы уже все увидели в матче со мной один на один, увидели в матче с Крэмбле. Ну и ты, которая по чистой случайности принесла победу своей команде. Вообще тебя удержали. Да? Я не спорю, удержали меня. Не совсем честно, даже совсем не честно. Но меня удержали. В ультиматуме такого не будет. Она девочка. Да, она девочка. Но. Они дрались с вами, я дрался с Недом, я дрался с вами. Мы знаем все ваши слабости. Лаборатория, мы знаем каждую вашу слабость. И на ультиматуме мы возьмем ее, вывернем наизнанку и сломаем. Так же, как всю вашу лабораторию нудного дня. Ну что ж, довольно смелое заявление от Егора Соколова. Посмотрим, что ответят командные чемпионы. Егор, ты говорил, что наше время прошло, но помнится мне, ты тоже когда-то был чемпионом. Когда-то давно был чемпионом. Все твои победы, большие матчи и тому подобное, они были когда-то там. Сейчас у тебя есть вот эти вот два человека и все. Лаборатория, да, было равное у нее, но сейчас
мы лаборатория судного дня. И справедливость не имеет ни прошедшего, ни настоящего, ни будущего. Она есть одна. И она есть всегда. Это будет справедливый матч 3-3, в котором мы останемся командными чемпионами NSW. Напомнил нам Нед о том, что есть все-таки вечные вещи в этом мире, в частности, справедливость. И так как справедливость на их стороне, что ж, видимо, они рассчитывают остаться все-таки командными чемпионами по итогам матча на ультиматуме. Ну что ж, подписи поставлены, матч официально назначен. Ну, мы все друг другу сказали. Моя единственная преграда к величине ультиматуме теперь является только свайп. А с вами? Давай. Сергей представил нам отличный напиток. Немецкий отличный напиток. Я серьезно. Давай, Нед, за лабораторию. Не чокаясь. Предложил Егор Соколов выпить пивка. Но Нед что-то не торопится. Это было ожидаемо. Да, это в стиле ОБК. Очень грязный прием с их стороны. И они атакуют команду чемпионов. Соколов проводит DDT Неду. Сафиулин тем временем занимается профессором. Заканчивайтесь с ними, ОБК, ко мне! Но Валерия Уши утащила Эбби за пределы ринга. Так, что же, неужели проломят Недом стол? Нет, Андрей Щербаков приходит на выручку своим командным партнерам. Щербаков — это все-таки хорошее усиление для лаборатории судного дня. Так, Нед попытался провести один из своих фирменных приемов. Но Соколов буквально ускользнул у него из рук. Зато Сергей Сафиулин остался. И похоже, что его ждет что-то нехорошее. Профессор Айзенхарт и Нед работают вместе. Да ладно, неужели они сделают это? Это 3D на стол от лаборатории судного дня. Вот такая эффектная точка в сегодняшнем подписании контракта. Командные чемпионы NSW сегодня на коне. Ну а ОБК уходят ни с чем, но все-таки у них будет возможность побороться за эти титулы на шоу «Ультиматум». Что ж, ну, как говорится, не велите казнить гонца, принесшего плохую весть. Но казнить человека, который принес пиво, которое вылилось вам в лицо, почему бы и нет? Лаборатория, публика довольна, стол сломан, пиво выпито. Чего еще желать? Да, в принципе, вот тот ход, что Егор Соколов избежал вот этого самого приема на стол, это было абсолютно логично, потому что Егору Соколову еще предстоит сегодня матч против Свайпа в финале шоу «Нон-стоп», поэтому увидим, скорее всего, на следующей неделе. Оставайтесь с нами. Ну а тем временем лаборатория судного дня празднует вместе со зрителями нашего питерского хорошего. Надеемся, что именно с таким расположением духа лаборатория судного дня подойдет и к самому матчу за командные титулы. И нас ждет первоклассный поединок. Ну а вам большое спасибо за внимание. Надеюсь, это шоу вам понравилось. Но впереди еще много интересного. Оставайтесь вместе с NSW. До новых встреч, друзья. Пока-пока.